Друзья, приветствуем вас на канале «Вкусно и дружно». Всем привет! Друзья, сегодня мы с вами будем консервировать щавель на зиму. Друзья, вчера мы были на даче, нарезали щавель, ну и сегодня его нужно переработать. Я его помыла, перебрала, обсушила и сейчас буду консервировать. Но сперва я поставила баночки на стерилизацию. Баночки у меня уже стерилизуются. Приступаем к нарезке щавеля. Щавель нарезаем средне, не крупно и не мелко, средненькими. В щавель я не добавляю соли, ни кислоты никакой, просто чистый щавель. Щавеля выросло много. Борщ зеленый мы сварили, ну надо его переработать, не пропадать же ему. Тем более зимой это такая находка. Решил сварить щавлю. В кладовочку залез, баночку взял и борщик готов. Вот так. Отправляем в кастрюльку. И так поступаем со всем щавлем. Друзья, щавель у нас нарезан. Включаем газ. Газ средненький. Добавляем полстакана воды. Накрываем крышкой. И будет он стоять, пока не уменьшится в размерах. Ждем. Друзья, прошло 15 минут. Посмотрите, как уменьшился наш щавель. Сейчас мы его будем раскладывать по баночкам. Баночки мама простерилизовала на пару и теперь накладывает наш вареный щавель. Здесь нет ни соли, ни уксуса, ничего. Один щавель и полстаканчика воды. Вот такую полную баночку накладываем для того, чтобы, когда она остынет, оставалась полная. Вот так мы ее закрыли, переворачиваем и приступаем к следующим баночкам. Было столько много щавля, а получится две, наверное, с половиной баночки. Без преувеличения, друзья, щавель уменьшился в объеме практически в 4 раза. Да. Также переворачиваем. Ну и попробуем на... Ну, эта баночка будет не полная. Оставим ее до следующего раза. Это, друзья, наш первый урожай 2024 года. Накрываем наш щавель полотенчиком. И будет стоять он у нас до завтрашнего вечера, пока остынет. Когда щавель остынет, мы его отправим в кладовку, и он там спокойно стоит. Вот такой простой рецепт консервированного щавля, друзья, мы вам сегодня показали. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк нашим видео и оставляйте комментарии. И главное, друзья, готовьте вкусно и дружно. Всем пока-пока! Пока!